Буду сегодня готовить кабачки. Кабачки нарезала вот такими слайсами и мариную 20 минут в соевом соусе. Так, ну вот, что еще нам нужно? Булка тарта, сухари это панировочные, кукурадзана мэнка, мука кукурузная. Можно такую муку, но я люблю с такой лучше. Тогда помидорки, сыр и пепш. Пепш смешиваем с булкой, тартой и с, значит, с мэнкой кукурузяной перемешиваем. Так, и тогда еще нам яйки, тши. На мое количество должно быть достаточно. Тши яйки взбить. Ну вот так делаем. Ложим пластырок кабачка. Потом ложим пластырок сыра. Даже дужей. Тогда ложим две помидорки. Накрываем так сыром. И ложим пластырок кабачка. Потом буду в яйки взбитые обваливать туда, в яйки и в мэнку. Будет жариться. Потом переверну. Вот такие у меня получились запеченные кабачки. Я уже два съела, не вытерпела. Очень люблю. Мне со всех кабачков такие больше всех сподобались. Нравится очень. Можно взять и в руку кушать так, с руки. Можно вилочкой, с ножиком, как удобно. Можно с гарниром. Буду сегодня готовить кабачки. Кабачки нарезала вот такими слайсами. И мариную 20 минут в соевом соусе. Так, ну вот, что еще нам нужно? Булка тарта, сухари это панировочные, кукурадзана мэнка, мука кукурузная. Можно такую муку, но я люблю с такой лучше. Тогда помидорки, сыр и пепш. Пепш смешиваем с булкой, тартой и с... Значит, с мэнкой кукурузяной перемешиваем. Так, и тогда еще нам яйки, тши. На мое количество должно быть достаточно. Тши яйки взбить. Ну, вот так делаем. Ложим пластырок кабачка. Потом ложим пластырок сыра. Даже дужей. Тогда ложим две помидорки, накрываем так сыром и ложим пластырок кабачка. Потом буду в яйки взбитые обваливать туда, в яйки и в мэнку. Будет жариться, потом переверну. Вот такие у меня получились запеченные кабачки. Я уже два съела, не вытерпела. Очень люблю. Мне со всех кабачков такие больше всех сподобались. Нравится очень. Можно взять и в руку кушать так, с руки. Можно вилочкой, с ножиком, как удобно. Можно с гарниром.